Всем привет! С вами Информ-ТВ. Огромное влияние на будущую актрису Елену Лядову оказал просмотр фильма «Карнавал» с бесподобной и любимой всеми Ириной Муравьевой. И хотя Лена была из обычной семьи, из провинциального города Моршанска, она решила, что актерство – это ее самое настоящее призвание. Так как она была довольно упрямой, то переехала в Москву и, несмотря на жесткий конкурс, поступила в щепку. «Солнечная девушка» – именно так говорили про нее члены приемного жюри и однокурсники. Не мудрено, что Лядова обращала на себя внимание и представителей сильного пола. Когда красавец-актер Илья Исаев подарил девушке цветы, она ответила ему взаимностью. К сожалению, после того, как он окончил вуз и поступил на службу в театр, у него начался роман с партнершей по спектаклю. Илья не стал скрывать этого от Елены, и та разорвала с ним всякие отношения. Она впала в состояние глубочайшей депрессии, перестала даже интересоваться мужчинами. Только через 5 лет после окончания бурного романа с Исаевым Елена начала потихоньку оттаивать. На съемках очередного фильма она играла в «Любовь» с Александром Яценко. Они так хорошо играли, что увлеклись друг другом всерьез, и казалось, что это надолго. Они съехались, стали жить вместе и думали, что это навсегда, но судьба вновь преподнесла Елене неприятный сюрприз. На съемках Александр не на шутку увлекся молоденькой гримершей и вступил с ней в любовные отношения. Лядова вновь ощутила горечь от предательства близкого человека. Теперь уж она зареклась точно никогда не выходить замуж, потому что от мужчин можно ждать только предательства. Но вот на съемках фильма «Левиафан» она встретилась с актером Владимиром Вдовиченковым. Он был женат на актрисе Ольге Филипповой и воспитывал дочь Веронику. Ему это не помешало влюбиться в Лядову, а она, всей своей измученной от предательства душой, ответила ему искренней взаимностью. Супруга Вдовиченкова после развода говорила, что у них уже 2 года до этого были непростые отношения в семье, поэтому она не удивлена, что Владимир нашел кого-то на стороне. Филиппова не стала препятствовать отношениям Владимира с дочерью, а Лядова в 2015-м вышла за него замуж. Брак этот протекает счастливо, а звездная пара на фотографиях удивительно красиво смотрится. Неужели Елена наконец-то нашла то, что она искала всю свою нелегкую жизнь? А как вы думаете? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!